Electric Light Orchestra sur Radio Val d'Isère, 9h44. Voici les informations en langue russe. Radio Val d'Isère. Avec Alex. Bonjour Alex. Привет, Ромуальд. Здравствуйте и добро пожаловать всем нашим друзьям из России. Погода. Сегодня будет очень приятный день и прекрасная погода. Температура воздуха будет 5 градусов на высоте 2000 метров, и катание на лыжах будет легким и приятным. Добрая весть. 90% из лыжных трасс курорта есть открытые. Все связи между Валь-д'Изер и Тинь находятся в рабочем состоянии. Снег есть мягкий и был проработан трекерами. Риск схода лавин составляется 3 на 5-бальной шкале. Очень важно. Для внетрассового катания позовите профессиональных инструкторов. Торговые партнеры Радио Валь-д'Изер. Шале Изабель, магазин украшения рядом с церковью, ресторан Le Clocheton в долине Маше и бутик украшения Секотин на главной улице. Поможете доверять им. Александр Ковач и Радио Валь-д'Изер желают вам замечательный день. Развлекайтесь хорошенько, но все такое, будьте осторожны. До завтра. There's something curious about this broadcast.